Ну вот, сегодня уже 20 апреля. На улице льет дождик, как из ведра. Не то, что из ведра, но хорошо сеет. Уже вон такие опять лужи. Вот зонтиком пошла. Маленько прогуляюсь. Надо купить на куличи мак. Этот. Как еще один. Блин, да сейчас с ветром. Оказывается, тут погода такая. Что мне надо? Самое главное это изюм. О, пойду в Пятерочку схожу за изюмом. Да мак там гляну. Прекращаю я свою съемку, потому что ветер уносит меня.